Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмпо, видеообзор двух подставок для зонта 206 и 501 модель. 206 модель представляет из себя вот такую вот трубку для зонта, вот, с фиксатором, барашком, по размерам. Внутреннее отверстие тут получается 20-22 мм, вот. Длина самой трубки 15 сантиметров и длина шпилек 18 сантиметров. Вот. Вторая подставка 501 представляет из себя все тот же трубку для зонта. Внутренний диаметр здесь получается 18 миллиметров. Тут же барашек. Общая длина у нас 38 сантиметров. В комплектации идет вот такая вот шпилька-вороток, которая поможет вам закрутить данный барашек в землю. Ну вот, ну сейчас посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Вот так вот они вкручиваются. Вот. То, что земля сейчас достаточно влажная, вот, они вошли в легко, но думается, если земля будет более сухая, вот, то эти подставки также легко войдут в землю. Понравились подставки для зонта, заказывайте у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.